Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Чиновники верят в предпринимателей больше, чем они сами. Завершился 4-й этап независимого опроса российского бизнеса и власти «Бизнес-барометр страны». Его проводит Российская торгово-промышленная палата с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса. По поводу положения бизнеса высказались почти 12 тысяч человек из 80 регионов, причем не только предприниматели, но и чиновники. Выяснилось, что ситуацию они видят по-разному. Власть оптимистичнее бизнеса на 20%, когда речь идет о положении малого и среднего предпринимательства. Еще более положительно она оценивает спрос и считает, что бизнес быстрее восстановится, чем он предполагает это сам. Но при этом чиновники и предприниматели едины во мнении, что повторная остановка экономики ее погубит. Также совпадает мнение сторон по поводу проблем. Самая большая – деньги на текущую деятельность и развитие. Программа «Экономика». Лишившиеся во время пандемии работы кировчане могут обучиться на сварщиков и парикмахеров. С сентября по декабрь в регионе реализуется проект по переобучению граждан, пострадавших от распространения коронавируса. Новую профессию могут получить люди, лишившиеся работы в этот период, выпускники вузов и СУЗов, безработные. Занимается этим областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций. Переобучение идет в ВятГУ и в 11 колледжах и техникумах Кирова и ряда райцентров. Предлагается 22 специальности, которые считаются востребованными в Кировской области. Парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, сварочные технологии, штукатурные работы и другие. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Развитие бизнеса возможно в условиях кризиса. Тех, кто верит в свои силы, движется вперед, поддерживает региональный центр «Мой бизнес». Там можно получить льготные займы на развитие бизнеса по низкой ставке. С начала 2020 года этим уже воспользовались более 400 кировских предпринимателей. Финансовая поддержка от центра «Мой бизнес» поможет расширить производство, обновить оборудование или открыть новую торговую точку. Если вы поставляете продукцию за границу или занимаетесь социально ориентированной деятельностью, туризмом, экологией, ведете деятельность в сфере спорта, для вас есть отдельные программы. Особо поддерживают и женское предпринимательство, и снижают ставки еще и для бизнеса из моногородов. Есть отдельные продукты для тех, кто в сложной экономической ситуации решается начать свое дело. Обо всех возможностях можно узнать на едином информационном портале центра «Мой бизнес» «Мой бизнес 43 РФ» или по телефону 410-410. Займы предоставляются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства «Микрокредитная компания». Экономика. В завершение о валютах на сегодня: доллар 77.96, курс евро 91 рубль 30 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.